Наконец-то ты здесь. Это был долгий путь, и ты прошел все испытания, которые я приготовил для тебя. Пришло время спасти всех детей из прачечной. Надеюсь, ты готов. Возьмите чертежи с моего стола и отдайте их ребенку, который знает, как их прочитать. Ребенок поймет, что не... Ё-моё! Что происходит? Ты как узнала, что я здесь... Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня мы с вами снова возвращаемся в Монашку. Это у нас последняя глава, и сейчас мы с вами бежим за Омиком. И, кстати говоря, до этого вы увидели, так сказать, фрагмент, который мне не очень нравится, потому что он меня абсолютно смутил, и я не понял, что произошло. Так, она идет сюда. Угу. Так, все, пока все идет неплохо. Пока все идет так, как я абсолютно задумывал. Так... Закрываем тут, закрываем здесь, закрываем еще тут. Так, хорошо. Эй, вот, нормально. Пока неплохо. Хорошо, давайте запрыгнем вот сюда. Посмотрим, есть здесь ли у нас код от шкафчика. Но он у нас не здесь. Ну да. Давай, монашка. Если ты такая дофига умная, конечно, то могла бы и так сделать. Так, хорошо. Так, надурили мы монашку с вами. Хорошо, сейчас мы с вами спускаемся вот сюда. Так, и вот на этой ноте мы с вами берем масочку и отправляемся... Так сказать, к детишкам. Так, хорошо. Ну, как видите, у меня уже не особо какие-то эмоции, да и тем более я уже действую как-то очень быстро, потому что, ну, как вы, скорее всего, могли понять, то это уже, ну, все равно не первая попытка, и эмоции у меня не особо какие-то уже остались. Поэтому я просто уже играю, так сказать, на расслабончике. Ну, почти на самом деле, потому что прошлые попытки, это была какая-то жесть, Я очень часто паниковал, не факт, что я и сейчас буду паниковать. Так, хорошо. Мы сейчас поможем этой девчуле дойти, так сказать, до ее комнаты. И она нам покажет код. Отлично. Так, монашка тут. Да, монашка тут. И у нас тут что-то типа режима призрака. То есть она думает, то, что я как бы это они. То есть она не знает то, что... Ой, извини. Так, хорошо, заходи. Я просто уже начинаю все тараторить, потому что... Ну, серьезно. 68-33. Угу. Давайте пока немножечко подождем, потому что монашка там, наверное, тусить пока будет. У нас тут, короче, мальчик-ремесленник. Так. Создал какое-то оружие. Ну да. Так, давайте еще раз посмотрим код, потому что я его уже почему-то забыл, пока тараторил. 68-33. Все, запомнил. Но это, скорее всего, ненадолго. Так, ладно. 68-33. Угу, связка. Так, пока неплохо. Пока неплохо, вот прям серьезно. Вот прям даже лучше не скажешь на самом деле. Так, ну пусть она сюда идет. Почему бы и нет? Так, мне ее тут оббежать надо. Так, давай вот сюда. Давай вот сюда. Молодец. Вот ты какая умничка просто. Так. Не надо, чтобы она сейчас гналась за мной. Так, там нету, значит, сейчас пойдем вот сюда. Так, код от шкафчика. Хотя я не знаю, какие еще варианты есть, чтобы перерезать провод там. Так. А это что? Так, код от шкафчика, отлично. Так, нормально. Так, идет.
Это не может не радовать. Отлично. Давай иди сюда. Так, нормально. Нормально, нормально, нормально. А я сейчас зайду вот сюда, если... А если я так это все обойду? Так, отлично. Так, я беру ножницы. Опрокидываю картину. Так, все. Монашка, ты где? А я тут на батуте прыгаю, слушай. Так классно. Монашка, ну ты где? Здравствуй. Так, окей. Только вот мне нужно ее сейчас загнать наверх, потому что ну, она сейчас мешаться очень, очень сильно будет. Поэтому тут опрокидываю. Тут можно по приколу кривошип фигануть. Так, дабы тут еще немного попрыгать. Короче, немного потянуть время. А мы тем временем идем вот сюда, чтобы перерезать звоночек. И сейчас надо щемать прямо вот туда. Да щемай давай. Все. По идее, мы пропали из поля зрения. Фух. Так. И тут нас, короче, будет ждать бородатый мужик. Но сейчас нам сначала надо подождать машинку. Так. Я не знаю, когда она приедет, но я думаю, то, что я быстро со всем управился, и поэтому она сейчас приедет, как-то так сказать, вовремя. Но в то же время я не могу быть в этом уверен. Не, ну я мог, конечно, взять номер телефона, но я не знаю, где он. Потому что я не изучал то, где он находится. Только в одной из серий, где я пытался сбежать, так сказать, другим способом. Но я это уже все забыл, поэтому да. А, вот она приехала. Слушай, а может... Может, в тот раз она пока ехала, она такая в окошечко посмотрела и сказала то, что я тут? Ну, как бы все возможно. Так, ладно. Давайте тогда ждать. Я вот теперь кряхчу прямо вот с этим мужиком. Так. Сейчас мне надо будет очень быстро действовать. Потому что я не знаю. Да, согласен с тобой, мужик. Я вот не слышу, храпит она или нет. Но это тогда надо играть в наушниках, чтобы я услышал. А я играю без наушников, поэтому я так мало комментирую, и поэтому я не могу ее нормально слышать. Поэтому это все для меня проблематично. Давай, мужик. Отлично. Так, хорошо. А, долгий путь, да, прачечная спасти детей, сила маски, да, отлично. Чертеж. Да, иди сюда. Иди сюда, падла. Ну ты, блин, конечно, крыса. Я просто, я впечатлен просто. Давай, догоняй. Сейчас я тебя выведу, блин. Давай, давай, давай. Пошли, 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 пошли. Да. Че, думаешь, я сейчас в прачечную пойду? Ага, конечно, вот размечталась. Вот давай, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Слышишь меня? Пойдем. Да, все. Идем, 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 да. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, конечно. Такая наивная, думаю, сюда пойду. Точнее, сразу через прачечную. Вот, нет, своих братков я подставлять не буду. Я лучше так все по стелсу сделаю, чтобы она не догадалась. Нафиг мне эта монетка на самом деле. Так. Так, какой там код еще раз? 6833. А, так, чертежник. Так, хорошо, ремесленник, точнее. Так, хорошо. Ага. Так, они сейчас уже начнут убегать очень быстро. Так. Поэтому, ребята, давайте. А я пока...
Оценю ситуацию. Так, давайте, ребят. Давайте, давайте, давайте. Сейчас шуметь вообще нельзя. Нужно ее под контролем держать. Правда, я уже не знаю, где она и под каким контролем я ее буду держать. Так, ладно. Ой. Ну, можно тут, конечно, свободно пройтись, но я не уверен. В то же время, потому что монашка непредсказуемая и может выйти из любого угла. Поэтому я сразу зайду вот сюда и... Блин, ну, ребята, ну, вы с такими темпами точно убежите отсюда, если вы так будете торопиться и по очереди не ходить. Так, там этот чертежник еще идет так пафосно. Так, хорошо. Так, вы там все ушли? Ну, я надеюсь, что да. Угораешь? Ты туда не пойдешь, монашка. Только посмей. Ты туда не пойдешь. Вот просто даже и не думай. Так, тогда пошли спасать девчулю. Я надеюсь, то, что монашка сюда не спустится. Так, ладно. Так, шуметь мне не приходится, поэтому мы просто идем. Давай, вставай. Просто идем. Вот с этой девчулей вот самое напряженное, я вам прямо отвечаю. Потому что она временами может орать. Типа кричать «Мама!» и там что-то такое, в общем. И это меня очень пугает, потому что я думаю, то, что монашка это услышит. Я даже до сих пор не знаю, слышит она это или нет. Стой, блин, что ты стала-то? С ней надо очень рядом находиться, чтобы она могла идти, по всей видимости. Видимо, ей, по всей видимости, действительно сломали шею. Извиняюсь, конечно, за такие оговорки, но вот когда такая стадия в этой главе, то это очень страшно. Потому что я сейчас по большей степени... Это храп, блин. Ты что храпишь, дура? Я тебя сжечь могу. Хотя могу так и сделать. Кстати, я за кадром ее уже сжигал, поэтому да. Ее, кстати, оказывается, можно убить, хотя на самом деле этого не знал. Поэтому не знаю, что еще сказать на этот счет. Так, окей. Ладно, с девчулей уже все нормально. В принципе, тут все под контролем. Фух. Так, хорошо. Сейчас нам ее провожать надо. Так, я надеюсь, монашка там не станет каким-то халком и не опрокинет машину и не пройдет к нам. Так, тут у нас уже все разрабатывают, так сказать, разрабатывают. Все по схеме, все по плану, короче, да. А, это ты, блин. Я испугался. Так, хорошо. Да, нормально, неплохо. Замечательно. Так, ну я, в принципе, уже понял, для чего мне вот эта сила маски, потому что сейчас я, так сказать, пойду в самое далекое место. Ну, не сейчас, конечно. Сейчас я просто тпхнусь, чтобы не тратить время. Я просто пройду вот сюда. Так. Я вот почему-то только сейчас разработал этот план, вот прямо на ходу. То есть я хочу попробовать зажечь факел и телепортироваться каким-то макаром. Хотя я не знаю, как это я... Блин, а как будет быстрее? Я вот не знаю, честное слово. Блин, как-то вот хреново эта вся фигня работает. Нету ли этого мужика ждать, потому что, ну серьезно, как я протащу этот факел? Если тут так время затягивается.
Мне же его еще надо успеть сюда принести. А тут, блин, такие дела. Воу, блин, ребят, вы чё? Так, ребята. Ну, вы там поаккуратнее. Так, хорошо. Тогда можно вот так вот поступить, в принципе. Фига себе я. Не, можно и вправду, походу, попробовать таким образом. Так, я что-то задумался даже. Блин, опять этот храп меня испугал. Как она мне надоела уже. Так, слушайте. Можно и так попробовать. Блин, вот я не знаю, как я сейчас с факелом буду вот это все делать. Ой, не сюда. Но все же попробовать стоит. Так, хорошо. Это у нас какой-то недоспидран, да? Ну да. Слушайте, а если она поняла, что я задумал? Пробуем. Да ё-моё, я не могу. Да блин, ребята, ребята, огонь. Ребята, огонь. Огонь, ребята. Где я? Что я, кто я? Эй, куда я попал? В смысле? Эй, в смысле? А где я? Алло? Я чё, на свободе, типа? Эй! А как я сюда попал? Не понял. Не понял. Чё, блин, вообще произошло? Ну вы серьёзно, мне ж только факел оставался, алло? Эй. Чё вообще произошло, я не понял. Объясните-ка мне прикол. Ну, чё? Зря я, наверное, баусь с этой телепортацией, скорее всего. Ну, потому что, серьезно, вот где я? Где я? Это я, типа, сбежал? Что? Серьезно? Слушайте, помогите мне, ребята. Ой, я в прачечной. Офигеть, что произошло. Я не понял, что сейчас произошло, короче. Я подумал, сейчас видос заканчивать буду и это... По новой все проходить. Чё? Чё-то всё как-то не по плану пошло. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Мужик, давай. Вот.
Вот оно! Вот оно! Все! Наконец-то! Что это сейчас было вообще? Вот оно! Наконец-то, блин, это такая... Я не знаю, это какая-то задница просто. Проходим. Все, детишки, давайте. Проходим, все. Спокойно, я отвлекать буду. Не дай бог ты сюда сейчас заявишься. Так, все, давайте, ребята. Давайте. Заходите все, давайте. Я с вами, пацаны. Все, давай, заходим. Мужик. Все, заходим все и сваливаем отсюда. Обалдеть. Наконец-то. Наконец-то я прошел это дерьмо. И, блин, она, знаете, еще такая довольная смотрит. Я, конечно, не понял, что это сейчас был за баг. Она зашла в комнату водилы. Ого. А, это она горюет, типа, или чего? А, и табличка пропала. В чем прикол тогда? А, и они, короче, все улетают. Ну и типа мое имя пропало, да. И мы вот так вот улетели. И все стерлось просто. Это типа все обо мне, типа, тут стерлось, типа. Все мои вот эти пометки, вот это, да, заметки, обещания вот эти, я буду вести себя хорошо. Слушайте, знаете, мне игра понравилась. И я очень рад, что я наконец-таки ее закончил. Хотя сейчас вот был какой-то очень страшный баг. Я подумал, что я сейчас все переснимывать буду. И я... Ну, я действительно сейчас переволновался. Потому что, ну, действительно, вот все шло просто отлично. Но мы все-таки с вами смогли спастись из этого положения. Ну, поэтому, если кто-то хочет поиграть с телепортацией, то вот вам, пожалуйста. Это уже можно назвать каким-то отдельным ноуклипом. Так. Видеоигра, вдохновленная реальными фактами. Хорошо, они куда-то улетают, но мне, по всей видимости, кажется то, что... Нет, мне кажется то, что... Это мне столько денег дали? Фига себе. Вот это я понимаю, конечно. Продолжим. А, и это все? Я думал, сейчас типа что-то еще будет, но... В принципе, ладно. Фух, наконец-то мы с вами закончили эту игру. Но я не знаю, что тут еще остается делать. Можно, конечно, проверить, что будет, если монашка там их всех отмутузит, спалит. И будет ли это какая-то другая концовка, потому что, ну, я как бы ее не видел. Но, в общем, просто напишите в комментариях, если вы хотите плохую концовку, потому что, знаете, мне вот на самом деле, если я даже буду записывать плохую концовку, то мне даже будет как-то жалко вот это на это все смотреть, потому что, ну... Будет довольно-таки печальная картина, учитывая то, что я до этого как-то очень старался их всех оберегать. Ой, ладно. Просто напишите в комментариях об этом. Ну а пока на этом все. С игрой, возможно, уже закончено. Не знаю, что еще выйдет в этой игре, но все же посмотрим, как будет потом. Ссылка на игру, как всегда, в описании под видео, под всем каналом. Ладно, оговариваюсь. Дубль 2. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии в игру ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!